Вот жизнь деревенская. Люба Минаева все сметали мы, а вывести его не успела. И теперь заново все раскладывать надо, сено. Все, это Саки тут пришел, помогает Владимир Юрьевич Грендухин. Сама заново все, как будто бы никогда не было мета. Мы тут всем табором работали. Вот какая жизнь деревенская. Там все разбросали, сколько в деревне, здесь. Вон, насколько все. Теперь надо сушить, переворачивать. Городской ничего не знает. Он пришел, еще нормального молока требует. Да где же его наберешься-то? Нормального молока-то. Ну и поэтому дают им там что-то такое, называется молоком, порошком. Это сегодня у нас 25 июля. Бог помощь. Так, еще так глубоко промокло. Так, Геннадий Тихонович, мы же скопнили, и оно сразу дождь пошел, да целые сутки. Если бы она полежала дня 2-3, оно бы, ну, немножко слежалось, и тогда бы было... Вот городская жизнь требует молока цельного, хорошего. Так где ж ты его наберешься, молока на всех? Езжай в деревню, заводи корову. А я говорил тогда, что если бы были большие палатки, все закрыть, копнуто эти. Я тогда две успела перевести на сеновал, закрыла. Перевести успела, там... а я подумал, что закрыть. Нет, ну и там закрыл, у меня крышу уже снесло. Ой-ой-ой, сколько труда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть копеек. Вот смотри. Даже смотреть и то жутко. Заново все. Вон насколько разбрасывает. Чтобы разбросать это, она протекала вовнутрь, а наружу уже собрать. Никак. Да блин. Так, эта песня хороша начинается. Так, а тут вроде сухое, Исаки. Ну, мы до сухого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, 13 шагов метра. Куча 13 вокруг, 13 копна и 13, 26. Ну и тут метра 4. На 30 метров площадь. 30 метров диаметром. Все разбросано, а потом... Пересушить надо, вот здесь свет какой у нее есть. Переворачивать несколько. Это как будто бы на ту же самую площадь заново все. Никого нет, наш это все лагерь говорю, это гости-то уехали. Никого нету все. Ой-ой-ой. Никак не ожидал я, что столько работы будет. И закрыть нечем. Палатки это покупать надо большие. А то, что мороз моросил и моросил. Ну, это понятно. Но что за этим стоит? Почему Господь без боли Божией росинка не упадет? И вы когда его будете переворачивать, через сколько? А? Ну, часа через два. Часа через два. Ветерок, солнышко, часа через два пройдет. Ты мимо пойдешь к нам, загляни туда, надо там консультацию взять. Меня там найди сначала. Ладно. Ладно, зайду. Пошел к Вале, она в Мамонта уехала. Пошел к Ирине, она говорит, нет, это мы с Валей придем. Я к вам, двери все закрыты. А это бывший лагерь, вот он какой, рядом. 62 дерева насчитали с кустарником. И на навозной куче все это выросло. Это
когда колхоз был, тут бульдозером все свозили. Огромные-огромные кучи. А рядом ближе это крапива все. Она фотогенично как выглядит везде. Вот она крапива. Вот представь себе, это уже сделанная работа и заново переделывается. Да еще сколько потеряет корм. Ладно. Это вот улица вторая, вот эта Потеряевская. Потом план был к 72-му на 700 человек. План был, заселение людей было, все, дома. Вот эта улица была тут. Ни одного дома, нет ничего. Фундаменты все разобрали. Какая-то женщина, Заславская или какая-то, придумала, что укрупнять совхозы надо. Это людей освободят. А от чего освободят-то? От здравого смысла. Сделали их нахлебниками. 21 тысяча селений хлопнуло сразу, как никогда не бывало. Ну, хозяюшка, домой.